Изначально, если мы говорим про защиту, щенок должен быть генетически способен делать защиту. Да, к сожалению, далеко не каждая собака и не каждый представитель породы, да, пусть это будет немецкая овчарка или там доберман или ротвейлер, не все могут, к сожалению, защитить, да, по-настоящему человека. Собака должна быть генетически, да, предрасположена к этому. А потом уже мы говорим о подготовке, да, главное не сорвать собаку, и собака всегда должна быть контролируемая вами, независимо какая ситуация это, да, на улице, там на вас кто-то нападает, но собака должна как бы быть под контролем полностью. Методы, которыми мы, да, работаем, это в основном мы учим собаку доминировать над человеком, и тогда она, ну, более становится в себе уверенной и может защищать, ну, человека в реальных ситуациях. Но, к сожалению, уже говорю, не каждая собака может, ну, способна на это. Я думаю, очень много подыгрывают собакам, и, ну, как бы собака не развивается, да, ее там все время бьют, стимулируют, чтобы она начала как бы охранять, гавкать и так далее. Для меня это не совсем правильно, потому что, ну, нам нужно, чтобы собака выросла морально. То есть каждая тренировка по защите – это тренировка именно внутренней силы собаки. Вот это очень важный момент. Не надо загонять собаку в угол и там ее пытаться бить и так вывести ее на укус. Это будет не совсем защита, да? Это она не со своим желанием идет вас атаковать, а это она, скорее всего, защищает себя. Из-за этого, вот это, я думаю, самая большая ошибка. Загонять собаку в угол и там заставлять ее как-то кусаться. Из тренировок по защите. В целом, в любом случае, базовая работа для каждой породы, это будет, ну, одна, да. В целом, есть небольшая разница, там, у одних собак лучше саблаем выходит, у других собак лучше будут, там, лобовые атаки, но это нельзя разделить именно так вот на породы прямо. Ну, скорее всего, я бы разделил под, ну, индивидуально под собак, да, есть просто тип собак, который будет похожим, и у них будут примерно одни и те же проблемы в защите. Есть собаки более добычные, ну, то есть они сфокусированы, главное получить рукав, да, засадить туда зубы. Есть собаки по своей природе более агрессивные, они не так жаждут рукав, они хотят больше именно, ну, достать все-таки до человека и избавиться, да, от него конкретно. Есть собаки, которым не интересно ничего. Не добыча, но они также не агрессивные, они очень добрые. Самое легко, наверное, в подготовке являются собаки, которые все-таки добыча. То есть их с помощью этой добычи можно, да, выводить на правильные эмоции и в дальнейшем все-таки сделать защиту эту не игру, а, ну, очень правильной. Но, к сожалению, это надо, ну, много времени потратить на это. Для, ну, защита это не послушание. Защита, я считаю, это намного тяжелее, потому что нам нужно разобраться со внутренним состоянием собаки. Со щенками мы учим обязательно собаку все время побеждать. То есть потом мы просто, да, можем увеличивать на собаку давление, как это происходит с возрастом. Но в конечном итоге все равно мы должны сделать так, чтобы собака вышла победителем. И из-за этого она будет расти, укрепляться морально и потом с большим желанием дальше продолжать эту работу. Мы занимаемся в любом случае спортом с собаками, в основном. Я мало тренирую собак, которые будут охранять в реальной ситуации. В основном это именно все для спорта. В спорте есть определенная программа, по которой мы выступаем. И в основной своей массе, да, мы собак начинаем там ближе к году потихоньку подводить к этой программе. Она должна знать, что сейчас я там должна бежать укрытие, найти там фигуранта, полаять, сделать побег. То есть собака должна знать программу, но она не должна знать моменты, когда она получит поощрение в этой программе. То есть на соревнованиях, да, в защите является поощрением для собаки, это укусить рукав.
но ей при этом надо еще и послушаться до того, как укусить. Да, агрессия, понимаете, очень рядом находится со страхом. То есть собака не уверена в себе, и она хочет проявить агрессию, да, чтобы укусить человека, избавиться от человека. То есть она не уверена рядом находится, и она хочет от этого стресса уйти. И она выбирает быстро укусить, да, дворняжка нас может подбежать сзади укусить. Это не потому, что она смелая, ну, и такая крутая, это потому, что она боится и хочет, чтобы мы быстрее ушли. Прогнать нас таким способом. Из агрессивной собаки можно сделать ну, социальную достаточно собаку. Конечно, я не говорю про такие вещи, что мы будем в парке ее отпускать с поводка, и она там будет бегать, играться с детьми в мячик. Нет, но эта собака может быть полностью контролирована. Ну, то есть на проспекте я с ней могу спокойно пройтись. Ну, на поводке, естественно, но она не будет ни на кого швыряться и так далее. Это можно делать. Даже из, ну, со взрослой собакой. Просто тут важный такой момент, чтобы хозяин или, да, инструктор, который занимается с этой собакой, чтобы он это все очень грамотно делал. То есть собаку нельзя, ну, грубо говоря, забить. И все, собака должна четко понимать, что этого делать нельзя, потому что это я иду там рядом, ни на кого не кидаюсь, будет очень все хорошо. Собаке это можно объяснить, просто это надо очень грамотно делать. Не всегда именно сам владелец может это сделать. Не то, что нет плохой собаки, есть, да, не очень просто способные представители. Ну, есть более способные, но на самом деле все, ну, каждая собака, она, ну, для чего-то создана будет. Грубо говоря, некоторые для спорта, некоторые, чтобы просто с вами на диванчике лежать, да, некоторые с бабушками ходить по магазинам. Не все, к сожалению, созданы, чтобы служить в армии, не все собаки могут этого. Thank you.